Артисты Румянова и Папанов озвучивают мультипликационный фильм «Ну, погоди». Веселый, находчивый заяц, постоянно оставляющий в дураках хулигана-волка, завоевал популярность у зрителей. Творческая группа студии «Союзмультфильм» решила продолжить кинорассказ о забавных приключениях рисованных героев. Художники и мультипликаторы под руководством режиссера фильма Вячеслава Котеночкина готовят следующий выпуск. Судьба остроумного зайца не оставила равнодушными зрителей. И школьники, и люди зрелого возраста включились в творческий процесс. На студии приходят тысячи писем с просьбами, советами и даже своими сценариями. А сейчас художник-постановщик Светозар Русаков и оператор Елена Петрова снимают первые кадры третьего выпуска. Произойдет дальше. Об этом вы скоро узнаете. Ну, заяц, погоди.